Смотрите, воспитатели в дошкольных учреждениях получают заработную плату 30-40 тысяч тенге. 30-40 тысяч тенге, и они управляют группами детей по 30-40 человек, несут уголовную ответственность за их здоровье. То есть я не понимаю, как можно выжить на 30-40 тысяч тенге. И эти воспитатели имеют свою семью, своих детей. За каждого ребенка в высших учебных заведениях нужно заплатить 800 в среднем тысяч тенге. Где-то больше миллиона, где-то меньше 800 тысяч тенге. Как может воспитатель, работая в детском саду, оплатить учебу своего ребенка? А если этих детей двое, трое? То есть в принципе невозможно, не говоря о том, что на эти деньги невозможно выжить. Поэтому мы требуем, чтобы воспитатели равны были статус к учителям. Учителя сейчас средняя зарплата порядка 100 тысяч тенге. Соответственно, мы будем требовать, чтобы заработную плату воспитателей, учителей и преподавателей в среднеспециальных высших учебных заведениях подняли минимум в два раза. Вот это наше требование по заработным платам.